Друзья, всем большущий привет! После монтажа дверей у меня осталось несколько отличных отрезков, доборов и наличных. Отрезки размером 1,5 метра выбросить жалко, поэтому было принято решение сделать из них какую-нибудь полезную штуку для дома. В гараже нашел доску, дюймовку и кусок USB. Они сегодня тоже пригодятся. Всем приятного просмотра!
Друзья, вот такое вот отличное зеркало у меня получилось, оно довольно крепкое и никогда не сломается. Супруга очень довольна, а это самое главное. Друзья, поделитесь своим мнением в комментариях, может быть что-нибудь добавить нужно. Если вам понравилось, поддержите лайком, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Я всем желаю всего самого хорошего, мира и добра вам и вашим семьям. Всем пока-пока.